Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, и сущего в гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, и сущего в гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего в гробе живо даровал. Благослови Господь наш эти занятия, тебе слава во веки веков. Аминь. Аминь. Вот вам дидактический материал. Такой дидактический материал. Вот вам всем Новые Заветы. Аккуратно пользуйтесь, потом напишите. Это Новые Заветы. Вот издание «Легион», там все по синодальному переводу. Вот. У нас с вами, дети, очередное занятие. Кто у нас? Ксения была, да? А все остальные не были. А, ну бери. Вот. Напомню нашим, вот тем, кто не был, а у нас не были Загуляевы, что наши занятия проходят в рамках молодежного клуба православного, который мы назвали «Сеятель». Это батюшка предложил «Сеятель». Такое название. Сейчас повсеместно в православных храмах открываются не только воскресные занятия, но и молодежные клубы. Ну и мы решили не отставать от этого и тоже назвались. Ну, как говорится, хоть горшком назови, неважно как назови, главная суть, чтобы было занятие по Слову Божию. Ну, мы назвались «Сеятели», теперь, если вы где-то кто-то вас скажет, а у вас есть клуб, вы можете сказать, у нас есть клуб. Хотя, по сути дела, эти те же самые занятия, только под другим соусом. Вот. Здесь у нас именно возрастная категория 12 лет. Но опять же у нас это все условно, поэтому у нас опять собрались те же самые детки. Вот. Ну, я старших не вижу. Занятия наши будут в будущем состоять, как мы думали, из трех частей. Первое. Изучение Евангелий по толкованию святых отцов. Вот как на взрослых занятиях, понимаешь, Ливия, да? Мы будем работать, здесь не надо сидеть, здесь вы все работаете. То, что Игнатий Ильич там съемку ведет, на это не обращайте внимания. Мы здесь должны работать. На взрослых занятиях вы слушаете и учите, здесь будете работать. Вторая часть – это изучение символа веры и православного учения по катехизису. Вот. Это вторая часть наших занятий. Я потом все поясню, почему именно так. А третья часть – это личные доклады, это домашнее задание, которое вы будете дома готовить. У нас уже доклады были, вот. Но сегодня не будет у нас домашнего задания, потому что никто к нему не готовился. Мы начинаем сейчас читать Евангелие от Марка, будете читать каждый из вас. Вот у нас такая табличка есть, вот это называется «Согласование четверо Евангелия». Видели такие? Вот давайте я вам листики эти принесу просто. Смотрите. То есть здесь изложены по порядке, вот в этой графе, смотрите. Вот в этой графе изложены по порядку события жизни Христа. Все по порядку, все подряд. А вот в этих колонках указывается, где в Евангелии эти события описаны. Иногда бывает просто пустая колонка, это означает, что этот евангелист данные события не описывает. Эту таблицу подготовил Константин Георгиевич Нуха, молодец. Я хотел купить синопсисы, но у меня их, ну, так и не получилось заказать, то их разбирают. Как только они появляются в интернет-магазине. А это бесплатно, он распечатал все. Сегодня мы проходим события, назовем, ну вот, искушение Иисуса Христа. Или, вот, искушение Иисуса Христа, где написано? Смотри, Евангелие от Матфея, вот это Матфея, Марка, Лукиана. Помнишь последовательность? Угу. Вот, Евангелие от Марка, искушение Христа. Где написано? Вот первая глава, с 12 по 13 стих. Доставай, читай. Дальше я буду вам сам это диктовать. Все, эти я заберу у вас пока, они вам не нужны. От Матфея или от Марка? От Марка. Первая глава, с 12 по 13 стих. Читать вы все будете сами. Я все это читал уже не один раз. Толкование читал. Теперь ваша задача. Видишь, глаза видят у тебя? Да. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню.
И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. Так, прочитали это место. Теперь читает Ксюша у нас второе место, параллельное этому Евангелию. Евангелие от Матфея, открывай, 4 глава, с 1 по 11 стих. Те же самые события, но которые описывает другой евангелист. Потом мы немножко их сравним. 4 глава, с 1 по 11 стих. Тогда Иисус возведен был духом в пустыне для искушения от дьявола, и постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок заплакал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим от уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедано тебе». Не торопись, заповедает о тебе. Не торопись. Заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. И Иисус сказал ему: «Написано так же, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: «Все это дам тебе, если поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Так, закончили стих. Сразу предупреждаю, это у нас не воскресная школа, не детский сад, это уже вы подходите к взрослым занятиям, поэтому начинаем уже более твердую пищу пережевывать. Видите, мы сейчас... Так, следующее место Писания. Это Евангелие от Луки открываем. И читает у нас, наверное, кто будет читать-то? Ну, Лия, давай, попробуй. Кто? Ой, Леонида, простите. Леонида, 4 глава, с 1 по 13 стих. Евангелие от Луки. Евангелие от Луки. Спокойно. Да. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыне. Там 40 дней он был искушаем от дьявола, а ничего не делал в эти дни, а по прошествии их напоследок залгал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царство вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает от тебя, сохранит тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». И окончив все искушение, Сядь рядом. У меня руки трясутся, прыгают кадры. Ничего не надо делать. Закончил? Вот я только не нажимаю. Хорошо. Ну, теперь так, направляю. Мы с вами прочитали три места Священного Писания. То есть три евангелиста вот нам описывают одни и те же события. Какие события описывают нам три евангелиста? Ливия, скажи. Нахождение Иисуса Христа в пустыне и искушение его дьяволом. Искушение Христа в пустыне дьяволом. Кто может пересказать кратко текст, который мы прочитали? Не все вместе пересказать надо. Ну, кто что запомнил? Ксения, давай пересказывай. С чего все началось? Вот Христос в пустыне постился 40 дней. Напоследок он залкал. Дальше что началось? Начал искушать дьявол,
Сначала он говорил, если ты сын Божий, то превратите камни в хлеб. После... А Христос ему что ответил на это? Ну, как ты запомнил? Ну, можешь подглядывать. Мы сейчас учимся работать с текстом, с первоисточником. Он сказал, что не хлебом не будет жить человек, но Словом Божиим. Так. Затем дьявол его понес на крышу храма и сказал, что если он сын Божий, то ему, если он упадет, то его ангелы понесут на руках, и он не прыгнется на камень ногой. Он к этому событию или какое-то другое событие было перед этим? Давай вспомним еще. Прежде чем он его на крыло храма поднял, какое событие было? На гору, возвел на гору и показался ему царство, которое дьявол имеет царство, и сказал, если Господь ему поклонится, то дьявол даст ему все эти царства, которые он имеет. А Господь что ему ответил на его предложение? Он сказал, что Господу Богу твоему поклоняйся. Да, кстати, можно подсказывать через поднятую руку, правильно. Вот Тарас решил подсказать, поднял руку. Это можно делать и нужно. Не надо, чтобы человек... Надо идти динамично, все работаем, все вспоминаем, любого могу спросить. Так, третье событие пишет нам Ливия. Что произошло? Какое искушение третье было ко Христу? Первое был хлеб. Предложил сделать камни хлебами. Второе это было. Он был поднят, возведен на гору высокую, и ему показаны были все царства во мгновение. И предложил ему сатана, все будет твое, если пав поклонишься мне. И третье, какое искушение ко Христу было от дьявола. Дьявол поставил Христа на крыше храма и сказал, брось вниз. Если ты сын Божий, ангел, ну как, подхватит тебя, и ты не разобьешься. Ну, прочитай, это ты Евангелие от Луки у тебя открыто? Да. Ну, 10 стих открой, потому что по Евангелию от Луки как-то удобнее может быть даже. Ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоей. То есть дьявол цитирует Священное Писание. Он очень хорошо знает Священное Писание и предлагает Христу сброситься вниз и сказал, и доказал это место, это утверждение, доказал местом Священного Писания. Понимаете? А что ему ответил Христос на это предложение? Не искушай Господа Бога твоего. Да, то есть Христос ему также отвечает местом Священного Писания и отвечает, не искуш... ибо написано, так, дальше у нас как, ибо написано ангелом, нет, это у нас одно, Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. Вот, три предложения дьявол Христу сделал и ответил Господь, отвечая местами Священного Писания. Мы это немножко запомнили. Теперь мы переходим к толкованию. Мы пока не будем рассуждать на эту тему. Если будет у нас немножко время, мы будем еще и рассуждать. Вот сейчас я вам, наверное, буду отдавать эту книгу. Вот сейчас первое открывать буду, и вы будете сами читать. Давайте. Кто у нас будет? Давайте, пожалуйста, Маша. Маша? С 12. Нет, она на месте, кстати, пусть сидит. Здесь удобно. Первая глава с 12 по 13 стих. Толкование Феофилакта Болгарского. Желательно, чтобы у вас у всех книжки были на руках, но тут одна семья, книжки не допасешься. Слушайте внимательно прочитанный текст, и будем мы его пересказывать. Леонида, ты будешь слушать внимательно? Вот сейчас слушай. Читай или сказать толкование? Можешь прочитать стих. Какая страница, скажи? 221. Немедленно после того Дух ведет его в пустынь. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаной, и был со зверями. И ангелы служили ему. Толкование. Научая нас не унывать, когда после крещения впадаем в искушение, Господь уходит в гору на искушение, или лучше... не уходит, а отводится Духом Святым, показывая через то, что и мы не должны сами ввергаться в искушения, но принимать их, когда они постигают нас,
а в гору уходит для того, чтобы по причине пустынности места дьявол возымел дерзость и мог приступить к нему. Ибо он обыкновенно нападает тогда, когда видит, что мы одни. Место искушения было до того дико, что там во множестве водились звери. Ангелы стали служить ему уже после того, как он победил искусителя. Все? Перескажи нам, Маша, что ты прочитала. Вот толкователь нам объяснил это место Писания, а ты перескажи толкование, чтобы что в твоей голове осталось, может быть, что-то шире нам расскажешь. Вот именно по первому месту. Или там, ты полностью прочитала все? Да, толкование полностью. Да, но именно этого эпизода Евангелия от Марка мы еще будем читать толкование на Евангелие от Луки и толкование на Евангелие от Матфея. Всем хватит еще порассуждать. Вот перескажи нам это кратко. О чем нам Феофилак Болгарский говорит? Он говорит нам о том, чтобы мы не унывали после... Если после крещения нас постигают какие-то искушения, что Господь нам показал пример, собственно, своим примером Он показал нам, как это бывает, и что дьявол обычно приступает к человеку, когда он находится один, то есть он уходит в пустыню. Еще одну мысль говорит, во-первых, показывает нам то, что связывает толкователь Феофилак Болгарский. Когда вы будете читать толкование, всегда пытайтесь понять, о чем говорит нам толкователь. Толкователь связывает крещение Господа нашего Иисуса Христа. Он связывает с нашим крещением и показывает, что как приступал сатана к Господу нашему, так же он будет приступать и к вам, христиане. Поэтому будьте готовы. Как говорят, если предупрежден, значит вооружен. Так вот, нас предупреждает толкователь, что также будут искушения у вас. Но в каком случае эти искушения более сильные? Сатана в каком случае более сильно подходит? Когда человек находится среди друзей, или он один, как Христос в пустыне? Ну, ответь, Ксюша. Один. Ну, более сильное искушение, когда он один. Да. Поэтому Господь Иисус Христос основал церковь свою, в которой... Мы все вместе, и мы друг другу помогаем. Вот. Что еще? Все, да? Ну, еще такая мысль, что мы не сами должны ввергаться в искушения, а принимать их, когда они поступают. Ну, вот, не совсем понятно. Непонятно? А вот молитва «Отче нас», «Не введи меня во искушение». То есть мы просим, чтобы Господь не ввел меня в искушение, но избавил от лукавого. То есть, когда мы сами не должны как бы нарываться. Вот есть возможность не впадать в искушение, мы не должны поднять, да? Мы вообще дети как бы, ну давай, хорошо. Просто я думала, что не введи в искушение, искушение есть от Бога. Именно вот в эти искушения, болезни и гонения. Не про эти искушения идет речь в молитве «Отче нас», «Не веди нас в искушение». Ну ладно, этот вопрос мы закроем, потому что у нас немножко в другой формат мы переходим. Вопрос открытый. Давай, нет, ты его запомни. Я все-таки настаиваю, чтобы ты ответила. Это нужно не только мне. Маш, тебе нужно это знать? Да. Это очень интересный вопрос. Есть искушение, есть испытание, а есть искушение. Испытывает Господь, а искушает дьявол. Вот объяснение. Испытание Господь посылает для укрепления нас в вере в Бога. Вот как у Иова были испытания. Захотел сатана искусить его, а Господь его допускает до него эти испытания. Опять на Игнат Тихоныч у нас перевод, стрела. Ну давайте, Игнат Тихоныч. Ну Игнат Тихоныч молчит. Меня нету. Ладно, Игнатия Тихоныча нету. Давайте искать ответ тогда на Машин вопрос. Испытание, искушение. У нас молитва «Отче наш». В каком месте Священного Писания? Так, дайте мне тогда толковать это мое, потому что я без толкования тоже как без рук. А это у нас второй том? Это второй, я не знаю. А первый том. Будем искать только толкование. Какой вопрос? Мы поняли вопрос? Еще раз повтори нам, чтобы мы его искали. Искушение, про что ты говоришь сейчас? В чем разница, если там написано... А, ты сказала, сами ввергаемся в искушение. Да. Или принимаем их от Господа. Вопрос-то какой-то богословский, даже прям с первого раза ты не ответишь на него. Сами или мы в него ввергаемся?
Ну, по толкованию не могу тебе сразу четко сказать. Но из тех знаний, которые у меня есть, могу сказать, что сами мы не должны просить этих испытаний, искушений. Мы не должны просить. Не выдержим. Да, если Господь нам их дает, мы должны молиться, чтобы их перенести. Ну, как бы кратко вот такой ответ. Если более детально, как приходится готовиться, мне вот сейчас я отвечаю на вопросы, преподаватель поставил очень сложные такие вопросы, и надо ответ не просто сказать от себя, а надо найти первоисточники. Вот я сейчас отвечаю на такие вопросы, как, например, сколько было заседаний Синедриона. Вопрос немножко с такой, с подковыркой, надо понять. Что такое Синедрион, какие были заседания, источники. Мне приходится все четыре Евангелия перепроверять. Я все четыре Евангелия у меня на компьютере. Я все просматриваю, выписываю все места. Потом каждое место проверяю по толкованию. И только тогда я отвечаю на этот вопрос. Но это вопрос преподавателю. Здесь я кратко скажу. Мы не должны себя ввергать в искушение. Не должны проситься, напрашиваться на эти искушения. Но когда Господь нам их дает, мы должны переносить со смирением. Просто. Что такое искушение, что такое испытание? Галя, понятно? Сами не должны проситься. Вот, допустим, сошлюсь опять же на Игнатия Тихоновича. От него слышал не раз, когда он сидел в тюрьме за веру в Бога. Потом его реабилитировали. Вообще, что сказали незаконно. Он говорит, когда вы находитесь на свободе, благодарите за то, что вы на свободе. И не дай Бог вам попасть. Не гоношитесь, что вот я попаду сейчас в тюрьму, я за веру там себя покажу, я вот такой сильный. Не надо гоношиться, потому что если вы попадете по своему желанию, не по воле Божией, вы можете не перенести. Но если вы попали, молитесь, чтобы Бог вам дал перенести. Вот это я точно запомнил из его проповеди. Вот это я точно запомнил. Поняли, дети? Вот это я точно запомнил. То есть сейчас, чтобы доказать эту мысль, мне надо посидеть, позаниматься специально, и это нормально. Вот вы можете задавать такие вопросы, на которые я сразу не могу ответить. Вот я один вопрос, мне его задали контрольную работу, 10 вопросов. Я из них 8 вопросов подготовил, а один я не могу ответить, и все. Я голову уже сломал. И вот преподаватель задает такой вопрос, я не могу на него ответить. Я день хожу, второй хожу, ну что тут такого сложного? Я не могу понять его. И теперь, прочитав уже толкование, начинаю читать одного толкователя, и оказывается, там все черным по белым расписано, и то не полностью ответ. Не все на вопросы у меня есть ответы, вы не беспокойтесь, и не думайте, что там у меня вопросы, на все вопросы есть ответы. И такие вопросы лучше не ставить, на которые мы сейчас сразу не сможем ответить. Сложный вопрос, но на него найти ответ можно. Так, ладно, переходим к Евангелию от Луки, толкование. Маша, пока ответили. Давайте на этом остановимся. Хорошо? Угу. Все. Хочешь, дополнительно позанимайся и подготовь доклад на эту тему. Да. Будешь готовить доклад к следующему занятию? Искушение, испытание. Искушение, испытание. И надо ли человеку самому попадать в искушение, и не надо попадать. Подготовишь маленький доклад? Все. Ой, Дмитрий, как, кстати, где-то есть, по-моему, это в книгах. Может быть, просто скомпоновать? Если у тебя будут какие-то трудности в подготовке, мне звони, я тебе проконсультирую. Кратенько. Что сам найду. Я тоже беру и читаю. Ну, у меня сейчас нету книг. Раньше книгами я обкладывался, а сейчас все в интернете и все в электронном. Я все, рабочий стол у меня заложен литературой. Я вот отовсюду беру. И бывает на один вопрос, там, один машинописный лист, ответ. Вот преподаватель требует на один машинописный текст выложить. А у меня на 10 машинописных листов информации. Я все это объединяю, в конечном итоге этот продукт выложил. И так легко становится. Тебе задание подготовиться. Потрудись. Ей. Да, вот. А ты смотришь на меня? Нет, это Маша подготовка тебе. Что, какой Евангелие? Не я же готовлюсь. У меня хватит меня испытывать. Лука или Матфей? Лука, Евангелие от Луки. Даже если я что-то сказал не точно, вы берете и все перепроверяете. Потом скажете, Игорь Владимирович, вы нам что-то не точно сказали. И, значит, Евангелие от Луки, 4 глава, с 1 по 13 стих. У нас сейчас, Галя, все легко проверить. На видеокамеру посмотрел в интернете. Так, вот там с такой-то минуты Игорь там Владимирович сказал что-то не так. Потом мне возвращаете, и я должен покаяться, что сказал так или что-то не так, или как-то еще. Давайте открываем. Его... Ты во втором томе-то ты не найдешь, наверное? Я в другой взяла. Ага, первый том, 4 глава, с 1 по 13 стих. Это Евангелие от Луки.
340-я страница. Ну дай кому-нибудь прочитать. Кто у нас? Ну у нас мало людей, но пусть это Ливия прочитает. Ливия, читай. Истолкование? Толкование, толкование. Лука, 4 глава, с 1 по 13 стих. Господь крестился для того, чтобы осветить воды для нас, имеющих вкусить благодати. После крещения поведен был Духом в пустыню, ибо Дух Святой вводил его в борьбу против дьявола. Уходит в пустыню за тем, чтобы дать дьяволу повод к нападению на себя, ибо он приступает к нам особенно тогда, когда мы уединились. Постится 40 дней и не превышает меры поста Моисеева и Илиина, чтобы тем не подать сатане мысль, что он больше их, но чтобы он приступил к нему, думая, что и он человек, вместе и для того, чтобы не показаться воплотившимся только призрачно. Искушается после крещения, чтобы нам показать, что после крещения нас встретит искушение. Постится потому, что пост есть великое оружие в искушениях, и потому, что после крещения нам должно предаваться не чувственным наслаждениям, а посту. Враг нападает на него сначала пресыщением, как и на Адама, потом любостяжанием, показав ему все царства. Как показал? Некоторые говорят, что представил ему их в мысли, но я думаю, что не в мысли, а чувственно показал ему их, подставив пред очи в призраке, а не в воображении Господа. Далее нападает на него тщеславием, ибо говорит: «Если ты Сын Божий, бросься вниз». Пустословил это, лаская его, чтобы он, обманувшись лестью и желая показать себя Сыном Божиим, бросился вниз и таким образом открылся пред ним, кто он. Но смотри, как Господь поражает его Писанием. «Не искушай, — говорит Господа Бога твоего, — ибо никто не должен подвергать себя очевидной опасности в самообольщении, что Бог ему поможет». Заметь и то, что знать Писание весьма полезно, ибо и Господь поразил сатану Писаниями. «Не хлебом одним будет жить человек» — это Моисеево изречение о манне. Ибо хотя манна была не хлеб, однако ж питала народ. Равным образом Моисеево изречение Исии: «Господу Богу твоему поклоняйся и не искушай». Ну, коротко можешь пересказать? Тебе большой эпизод выдался. Используй книгу перед своими глазами, и нам толкование надо пересказывать потихонечку. Потому что без понимания толкования мы отсюда выйдем с пустыми головами. Вот какие мысли ты выделишь при толковании? Господь крестился для того, чтобы осветить воды для нас. Еще. Господь уходит в пустыню за тем, чтобы дать дьяволу повод напасть на себя. Ибо он приступает к нам тогда, когда мы уединились. То есть здесь он подает повод ему, и тот нападает. Угу. Дальше. Господь постится 40 дней и не пришел. Почему не больше 40 дней постится он? Чтобы не дать сатане мысль, что он считает себя больше Моисея и Илии. Чтобы это было похоже на пост обычных людей. Хотя Господь мог поститься и больше. Дальше. Еще искушается после крещения, чтобы показать, что после крещения нас встретит искушение. Это он уже показывает пример того, что у нас... Пример того, что после любого крещения будут искушения. И когда человек крестится, и его искушение, он подвергается каким-то искушениям. Вот у нас крестится там в июле месяце, крестятся люди, и мы им говорим, что у вас, возможно, будут какие-то испытания. И человек, когда уже психологически к этому готов, он говорит: да, все, я понимаю. И начинается: да, были искушения, на работе какие-то люди злые попались, там, в семье что-то как-то не так. И человек спокойно к этому, здоровье бывает. Некоторые крестятся, чтобы здоровье у них было, а крестился, здоровье наоборот попало. И вот-вот, и начинает человек. То есть заранее предупреждается человек, что будут испытания. И к этому надо быть готовым. Вот. Дальше. Зачем еще поститься? Пост есть великое оружие в искушениях. Опять это оружие. Сей род изгоняется только молитвой и постом, говорит Господь в месте Писания. Когда ученики исцелить сына одного бесноватого сына, одного человека, он спросил: а как? Почему мы не могли изгнать? Он говорит: сей род изгоняется молитвой и постом. Я еще вот с вами сейчас слушаю, а сам пытаюсь вспомнить место Писания, но у меня без симфонии сейчас я его никак не вспомню.
о том, что Бог сам не искушает. Вот что-то у меня такое в голове есть место, я хочу его вспомнить, но не вспоминается. Дальше еще какое? Дальше что у нас? Да. Я могу назвать, не место назвать, а как, ну, процитировать. Бог никого не искушает. Вот, каждый искушается собственной похотью. Все, я вот говорю, у меня в голове крутится. А вот какое место, я не назову. Каждый искушается собственной похотью. Да. То есть Бог не искушает сам. Искушается, и вот как раз это место. Сейчас мы видим, что и взрослые не все знают. И поэтому на вас лежит ответственность. Сами исследуйте Священное Писание. Когда вы еще станете повзрослее, там к вам подойдут там мама или там сестра, расскажи, объясни. А вы скажете, а я не знаю. Вот чтобы вы в таком положении, как я, не были, не сидели там с открытым ртом, вы должны это изучать. Ну, по крайней мере, стараться изучать. Дальше продолжаем. После крещения мы поняли, так, враг, что у нас там? Потому что после крещения... После крещения нас встретит искушение. Нам должно предаваться не чувственным наслаждениям, а посту. Пост. Пост помогает нам духовно побеждать дьявола. Враг нападает сначала пресыщением, как и на Адама, а потом... Ну, здесь уже поясняет нам что? Какие, в чем само первое искушение? Пресыщение. Человеку голодному достаточно было одного хлеба, да? Одного. Дьявол ему говорит, сделай хлебами. То есть у голодного человека я бы все съел. А ему-то надо всего кусочек. То есть дьявол ввергает человека в пресыщение. Второе. Потом показывает, что ему? Все царства мира и предлагает, что ему? Все будет твое. Это какой грех? Любостяжание. То есть человеку надо весь мир приобрести. А много ли человеку надо? Человеку очень мало надо для жизнеобеспечения. Сейчас показывают фильмы, вот есть такой канал Discovery. Так люди обеспеченные, богатые американцы едут на какой-нибудь остров и выживают. И там показано, что вот он жил, все у него было в пресыщении, а попадает в такую обстановку, где вообще никакой еды нет. И он всяких жучков пытается есть и живет достаточно долго. Там они примерно по 20 дней, по 21 день живут. И в конечном итоге он осознает, так мне-то всего-навсего-то мало надо. Показывают там, какой-то индеец идет и говорит, вот я столько мало воды начал расходовать в этом проекте. И я думаю, как страшно много воды используют люди, живущие в городах. А у них настолько мало еды, там даже не буду говорить, что они делают. Они берут из лужи воду, эту воду фильтруют, пытаются на солнце там делают костер, эту воду пытаются прокипятить и пьют. То есть воды очень мало надо. И живут, ну вот по 20 дней живут. А если бы им дальше пришлось так жить, они бы и дальше так жили. То есть их организм привыкает к малому потреблению. А тут показывают все царства мира. Да зачем тебе эти все царства мира? И Господь, так мало того, что Он говорит, плата какая за это будет? Поклонение сатане. То есть платой за все надо платить. Тебе Бог, тебе Он как бы предлагает эти царства, но плата поклонения сатане. То есть не поклоняйся Богу, поклоняйся сатане, и тебе будет пресыщение. Да это мне и не нужно. Я никогда не поклонюсь. И Христос не сам это говорит, а словами Священного Писания. Господу Богу поклоняйся, и Ему одному служи. Понимаете этот момент? Вот этот нюанс мы разберем еще позже чуть-чуть. Дальше. Какое искушение? Ну вот вообще, как Он показал эти царства? Какие тут толкователь говорит? Читай, как показал? Подставив пред очи в призраке. Ну вот 338 страница, да? Или какая у тебя? 340. Вот. После вопроса, как показал, там ссылка на Писание, Бытие 3 глава, есть ссылка? Такая ссылка? Да. За ней вопрос идет, как показал, да? Угу. После этого вопроса текст. Угу. Некоторые говорят, что представил ему их в мысли. Но я думаю, что не в мысли, а чувственно показал ему их, подставив пред очи в призраке, а не в воображении Господа. Показал призраки. Как мираж какой-то, наверное. Ну, получается, как мираж. Толкователь говорит, я думаю, то есть он не уверен. Ну, мы принимаем это как есть. А для нас это является официальным церковным толкованием. То, что было «я думаю», сейчас стало догмой. Далее нападает на него каким образом?
Тщеславием. Тщеславием. А в чем это, что такое тщеславие? Перескажи, Ксюша, тщеславие такое понятие. Не помню. Не помнишь, да? И не знаешь. Самомнение. Ну, слышала такое слово тщеславие? Да. Тще — это означает вообще, пустая. Славие — пустая слава. То есть пустая, ненужная слава. Есть истинная слава. Слава, которую мы славословим Бога. Бог в славе пребывает. Бог в славе. А есть пустая слава, ничего не стоящая, ненужная. Так вот, тщетная слава означает тщеславие. Каким образом, какими словами? Если ты сын Божий, бросься вниз. То есть соверши чудо. Сейчас показывают таких трюкачей, которые совершают трюки невообразимые. Там по канату проходят между двумя небоскребами. И внизу толпа смотрит, ой-ой-ой, как это он делает. Или там с парашютом прыгает там с какого-то небоскреба. Совершает невероятные вещи. А зачем? И все хлопают. Результат только один. Результат, чтобы тебя похвалили. А человек рискует своей собственной жизнью. Он сам искушается. Он может погибнуть, и погибнуть впустую. Не за Христа, ни за чего, а только из-за того, чтобы ему вот так похлопали и рот разинули, а потом и забудут и об этом. Вот, это называется тщеславие. От Господа хотели увидеть чудо, а Господь это чудо им не дал. Он мог это сделать? Вопрос вообще технически. Он же Господь, он мог. Но так как это требовал дьявол, и это было абсолютно не нужно, Бог этого не сделал. И Бог ничего не делает, что нам не полезно. Иногда мы молимся: «Господи, дай мне что-то». Молимся прям усиленно, а Бог этого не дает. И некоторые говорят: «Да Бога нет, потому что я вот просил, а Он мне этого не дал». А вопрос такой: а нужно ли было это тебе? А может быть, это тебе и было и не нужно? А иногда Господь дает то, что мы просим, и через некоторое время получается, и мы плачем: «Ой, какие же последствия того, что нам Бог дал? Ты же сам просил, Бог тебе и дал. А дал для того, чтобы ты вразумился, что не все, что мы хотим, нам надо полезно». Понятно? Понятно немножечко. Вот сейчас я вам пытаюсь рассказать эту сложную материю, чтобы вы работали с толкованием. Дальше проходим. Бросься вниз. Толкование. Наши занятия не такие фееричные, но чтобы мы думали. Дальше. Какое слово читаю? Пустословил. Это пустословил, лаская, пустословил, лаская его, чтобы он, обманувшись лестью, желая показать себя Сыном Божьим, бросился вниз и таким образом открылся пред ним. Кто он? Но смотри, как Господь поражает его Писанием. Он не повелся на эти пустые слова. Как он ответил дьяволу? Не искушай Господа Бога твоего. Он отвечает местами Священного Писания. Этим показывает, что Священное Писание – это Слово Божие, изреченное Богом. А так как он сам Бог, он ничего нового не говорит. Он просто использует уже сказанное, которое относится к этому событию. Есть места, где Господь говорит: «Сказано было древним, а я говорю вам». Такая формула есть у него. Потому что он Бог, и он говорит то, чего раньше не было. «А я говорю вам». Но об этом-то уже было сказано. Значит, он, Господь, просто цитирует предыдущее. «Не искушай, говорит Господа Бога, ибо никто не должен подвергать себя очевидной опасности в самообольщении, что Бог ему поможет». Вот скажите, есть возможность ночью не ходить? Ну, допустим, вы можете, если бывает ситуация, когда у вас какое-то задание важное, вы идете ночью, вы молитесь и просите. А вот никакой необходимости ночью ходить. Как вот говорят, у Игнатия Тихоновича есть правило: солнце коснулось горизонта, и он вас из дома уже не выпустит. А я пойду, а мне Бог поможет. Правильная эта позиция? Что я пойду ночью, неважно, мне все равно Бог поможет. Или неправильная позиция человека? Леонида? Неправильная. Почему неправильная? Ну, Бог же тебе поможет. Написано, ангел он заповедует о тебе. А ты что должна ответить на этот вопрос? Не искушай. Не искушай Господа Бога твоего. Бывают мальчишки, гуляют на улице, это особенно, ну вот, мне знакомо, я был ребенком неверующим, ничего я не знал этого там. И вот идем на гаражи, там сугробы. И вот друг друга подначивают. Ну спрыгни, спрыгни. А сугроб, под сугробом что угодно может быть. Кол какой-нибудь металлический торчит. Мы же не знаем. А я не хочу. А что, ты трус? Давай. И вперед.
И было однажды, я так упал, я спину себе чуть не... Может быть, последствия того, что у меня сейчас позвоночник. Прыгали, что только лазили и по деревьям, и по домам. Мы просто искушали Господа. А был бы я верующий, мне бы сказали, не искушай Господа Бога. Я бы сказал своим друзьям, не искушай Господа Бога. Хоть как меня называйте, хоть трусом, я бы сказал, не искушай. Все, я не полезу. Но, другая ситуация. Если, допустим, горит дом, и вот где-то там мальчик какой-нибудь или девочка вылазит из окна, а высота, допустим, 3 этажа, и надо спасти, и только один шанс, и ты можешь это сделать, ты полезешь в огонь или нет? Вот есть шанс, возможность, пожарники еще не подъехали. Ты прикинул, посмотрел, так, там ступеньки, я пролезу, раз-раз, и я спасу. Поедешь или ты скажешь, не искушай Бога, пускай человек погибает. Полезешь спасать? Ну, я тоже так думаю. Я тут и добавлю, я так думаю. Я бы полез, потому что в этом есть необходимость жизни человеческой. Тем более, когда физически ты подготовлен, и ты оценил ситуацию, вот спецназовцев готовят, как? Готовят и пожарников. Ну, такой я человек, я как бы мужчина, я смотрю, как некоторые ролики показывают, как готовят спецназ. Там искусственная стена, веревки, и вот они... Кверх ногами висят, и он кверх ногами поднимается. Не вверх ногами по веревке поднимается, а кверх ногами, понимаете? То есть представьте, какую надо иметь силу и подготовку. Они подготавливаются для того, чтобы так готовить спасателей. Готовят спасателей по-разному. Но даже в ледяную воду некоторые кидаются. Их обучают, как переносить температуру. Зачем? Это все делается для того, чтобы они помогли людям спастись. А они искушаются? Вот они не искушаются. Они помогают, это их работа. А если человек специально куда-то лезет, там вот показывают, ну, есть такие модные ребята, которые залазят куда попало, там прыгают и потом снимают это все на видео, селфи называется делают, селфи, то есть себя снимают. И в конечном итоге падают с крыши. Сейчас большая статистика этих, тех, кто любит селфи делать на крышах. Залезла на крышу, свалилась. На гору залезла, на камешек, селфи это вот так, либо на шесте делают, либо вот так руку отводят, себя снимают на видео, там на телефоне. И раз, и рухнула, и упала туда. Таких очень много событий. То есть это все искушение. Но если в этом есть необходимость, мы должны это делать. Поехали дальше. Все, пустословие в сторону. Заметьте то дальше, что там у нас. Книжек не хватает. То, что знать. Знать Писание весьма полезно, ибо и Господь поразил сатану Писаниями. Вот. Разъясни нам это место. Где? Нужно знать Писание, чтобы в любой ситуации можно было ответить. Как толкователь говорит, весьма полезно. Весьма полезно знать Писание. Не просто полезно, а весьма полезно. Это усиливающее слово. Я вас сейчас хочу приучать потихонечку работать со словами. Со словами. И со словами текстовыми толкователя. Потому что в будущем, если вы будете с кем-то общаться, вам нужно знать хорошо язык Библии, язык толкования. Весьма полезно. Весьма, понимаете? Это усиленная формула. Вот. Почему полезно? Потому что... Господь поразил сатану писаниями. Все. Он мог другим способом как-то поразить, там, сказать что-то такое, он бы сгинул. Он скинул его с неба, сатану, в конечном итоге. Он творец. Он мог что угодно сказать, и сатана растворился бы. Но он свой закон не меняет. Он использует то слово, которое изначально изрек. Он использует Священное Писание. Понимаете, какая сила Библии? Вот. Поэтому, если мы его знаем и правильно употребляем, вот, допустим, мы в школе, на работе, на улице, к нам подходит человек и начинает нам говорить что-то. И мы думаем, как нам ответить. Самое лучшее – это привести место Писания в нужном месте. И человек сразу может замолчать. Опять же, ситуаций таких много очень. Если каждого пораспрашивать, христианина, и в частности, Игнатия Тихоновича, как он поражал Словом Божьим сатану, и в моей жизни такое... Использую Священное Писание, человек раз и, как говорится, загрузился, есть такое слово, не может ничего на это ответить, потому что тут работает Слово Божие в твоих устах. Поражается сатана. Дальше. Не хлебом одним будет жить человек. Откуда это взято? Моисеево изречение о манне.
Ибо хотя манна была не хлеб, однако ж питала народ. Это необычная была пища. И Господь приводит это место в рамках того, что не просто земной хлеб, там лепешки вы испекли из муки. Вот, равным образом Моисей в изречении сии, Господу Богу твоему поклоняйся и не искушай. Взятый из Второзакония, 6 глава, 13 и 16 стих. Поэтому для нас авторитетом является не только Библия Нового Завета, но и авторитетом для нас является Библия Ветхого Завета. Это две книги, которые очень важны. Сейчас вот отвечал на вопрос, и там толкование, надо было разъяснить толкование притчи о милосердном самарянине. Расписывал подробно толкование, надо так сделал. И вот здесь там такой эпизод идет, когда самарянин, а самарянин это Христос по толкованию, дает гостиничнику 2 динария. Помните это место события? Что там было? Дает гостиничнику 2 динария, гостиница это церковь, гостиничнику дает 2 динария. Это учителя и епископы церкви. И перевод такой дается, толкование. Ветхий и Новый Завет, 2 динария. Понимаете? Поэтому мы, когда используем Библию, мы должны знать и то, и другое. Вот. Так, разобрали наконец-то. Катехизис, потому что уже время. Все. Катехизис перейдем. У нас, получается, начали в 3, все. Угу. Мы сейчас подведем итог. Мы разобрали сейчас 3 искушения. Три искушения. Первое искушение ко Христу было через пищу. Второе через чудо, которое Господь хотел, которое сатана хотел сделать, чтобы он сделал чудо. Через любостяжание. И платой это поклонение, отречение от Бога, поклонение сатане. И третье это чудо, это не искушай. Вы это поняли? Мы не будем теперь искушать. Нам Маша задала вопрос, должны ли мы принимать искушение, или мы должны наоборот впадать в это искушение. Она нам этот вопрос подготовит. Переходим к катехизису. Все. Слово Божие пока мы закроем, толкование мы закончили. Пока. Занятия у нас не такие, может быть, красивые и показательные, потому что мы, конечно, знаем мало. Если бы сейчас все раз все открыли, шелестели бы, ответы бы сыпались вокруг, это мы к этому будем стремиться. Что такое слово катехизис? Катехизис. Вообще, я как бы хотел назвать вторую часть занятий катехизис, но потом подумал и решил его просто назвать символ веры. А катехизис это... Что такое православный катехизис? Вот я взял митрополита Филарета Московского, пространный катехизис православной католической церкви. Вот издательство «Сибирская благозвонница». Вот у нас такой катехизис. Но это слишком много. А он несколькими словами. Ответ. Православный катехизис есть наставление в православной вере христианской, преподаваемое всякому христианину для благоугождения Бога и спасения души. Катехизис означает отглашение. Оглашение, то есть рассказывание, краткое изложение православной веры. Понимаете? Краткое обучение, да. Когда мы с вами изучаем Священное Писание, дети, Ксюша, Леонида, все внимательно. Вот, мы с вами, когда изучаем с вами Священное Писание, мы изучаем только один эпизод, понимаете, какой-то. Вот взяли сейчас искушение Иисуса Христа. А теперь я вам задам вопрос, а во что веруют православные христиане? Что мы должны делать? Вы скажете, да я пока не знаю, мы это еще не проходили. А вот катехизис... Это краткое, это весь как бы конспект всей православной веры и Священного Писания, понимаете? Это кратко, это единый свод всех православных знаний. То есть то, как мы веруем. Да, это вот. А символ веры, мы говорим, верую во единого Бога Отца Вседержителя. Кто знает наизусть символ веры? Ну все. Ливия, знаешь наизусть? Верую во единого Бога Отца Вседержителя. Ну даже если вы не знаете. Вот это символ веры переводится с католического, с латинского языка кредо. Мое кредо. Я верую. Слово кредо слышали? Какое ваше политическое кредо? Кредо это тот стержень, который есть в человеке. Это кредо. Мое кредо это мой символ веры. Не кео цареградский символ веры. Это мое кредо. Почему? Я верую во единого Бога, Отца Вседержителя. Это мое кредо. Я верую в Бога. Откуда я узнаю? Из Священного Писания, из Божественного Откровения.
Я верую во единого Господа Иисуса Христа. Откуда я это узнаю? Из Нового Завета, из Евангелия. Я верую во единую соборную апостольскую церковь. Откуда я узнаю? Я узнаю из Евангелия, я узнаю из книги Деяний, из апостольских посланий. Единая, святая, соборная апостольская церковь. То есть вся Библия перед нашими глазами кратко проходит в символе веры. И учителя церкви, для того, чтобы любая домохозяйка, любой необученный человек мог кратко и лаконично рассказать о своей вере любому еретику, любому верующему, неверующему, написали тезисно 12 этих тезисов, символ веры. Веры. И когда мы изучаем с вами какой-то элемент символа веры, мы с вами изучаем, можем в конечном итоге приходим к месту Священного Писания и подробно его будем изучать. Например, верую в Господа Иисуса Христа. Это символ, один из элементов символа веры. Когда мы с вами изучаем жизнь Христа, мы подробно этот эпизод разбираем. Но я вообще сейчас вам о символах веры хочу поговорить. Не вообще, не конкретно об эпизодах. Вот смотрите, что я написал в подготовке к этому занятию. Хотел рассказать вам, что такое символ веры. Я хотел кратко и лаконично вам рассказать, чтобы вы поняли. Символ веры – это список, перечень, фундаментальных вероучительных истин и понятий божественного откровения о Боге, Троице, о Церкви, о таинствах, о суде, о судьбах мира, в которые мы веруем сердцем. Понимаете, это перечень тех знаний. Второе определение символа веры. Это краткий конспект Библии, Священного Писания, от Бытия до Откровения. Видите, сколько эпитетов? Символ веры – это кредо по-латински, я вам это сказал. И еще, это ключ к правильному православному пониманию Священного Писания. Много людей, которые используют Священное Писание, берут в руки Библию и говорят, наше учение основано только на Писании. Это говорят протестанты, это говорят католики, очень часто это говорят протестанты. Но в протестантском направлении очень много направлений. Адвентисты, баптисты, пятидесятники, харизматические направления. И они все друг от друга отличаются во всяких своих понятиях. И с кем я не общался? Я общался почти со всеми. Из тех, каково я перечислил. И спрашиваешь, на чем основана ваша вера? На Священном Писании. У них у всех Священное Писание. А понятия разные. А у нас понятие только одно. Изложенное в символе веры. Никео Цареградском. Вот. Изучение символа веры дает нам общую, полную картину божественного плана спасения человека. А чтение Священного Писания с толкованием святых отцов позволяет нам изучить его детально по частям. Поэтому изучение символа веры в совокупности с изучением Священного Писания по толкованию святых отцов дает нам ясное представление о нашей вере. Вот, что такое символ веры? Я прочитывать вам его не буду, весь символ веры. Хочу рассказать вам еще вот о чем. Что символ веры, такую краткую историческую справку дают, его написали отцы первого и второго Вселенских соборов. Слышали об этом? Или нет? О соборах. Что мы знаем? То есть, когда мы говорим о символе веры, мы сразу переходим к соборам. Верую в единую соборную апостольскую церковь. В церкви было 7 вселенских и 9 поместных соборов. И вот вселенских соборов было 7. Первый был Никейский в 325 году, он был в городе Никеи. Второй был в Константинополе в 381 году. На каждом из этих соборов было много святых отцов и учителей. И были просто таких людей, которых мы даже не знаем. Вот у меня книга есть такая. Я ее сегодня специально принес показать. Архиепископ Аверки Тауша. Здесь написано 7 вселенских соборов. И здесь подробно как бы хронология, что на этих соборах происходило. А в конце дается обобщающая таблица. Когда был собор, где, при каком царе, при каком патриархе, сколько было членов и против какой ереси. То есть вот мы с вами мыслим по-православному, дети. Может быть, вы еще не мыслите, может быть, вы просто сейчас этому учитесь как-то. Но если мы выйдем на улицу, сколько людей, сколько голов, столько умов, понимаешь, Тарасий? То есть каждый по-своему мыслит. Спроси своего друга, а как он понимает жизнь? Что лучше, когда тебя оскорбляют, простить человеку или наоборот отомстить? Что ответит тебе друг из опыта? Вот когда оскорбляют, что надо? Сдачи дать, в лицо ему дать или простить от сердца?
чаще всего что ты слышал? Простить. Но ты слышал в православном понимании. Мы тебя учат в православной церкви. Простить. А чаще, а я вот в жизни в своей, я учился в спортивном классе. Я чаще другую философию по теории Дарвина. Теория выживания. Если тебя ударили в лоб, ударь и ты. И так ударь, чтобы потом он тебя никогда не бил. Да. Вот так меня учили. Меня учила живая природа. Теория Дарвина. А Евангелие меня начало учить. Ударили, прости, попытайся замирить. Из врага сделать друга. Этому учит Христос. Понимаете? Так, у нас время. Еще 10 минут. Достаточно. Все. Да? 58. Хорошо. Они же отстают. Все. Ну ладно, хорошо. Все. Помолимся? Давайте, помолимся. Ангел Опияша. Ангел Опияша, благодать нечистая, Дева, радуйся, и по Кирику радуйся, твой Сын воскресе три дни над гробом. И мир ты воздвигнувы, люди, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалим, и слава Бога склоня на тебе, Босия. Ликуй ныне, веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего. Благодарим Тебя, Господи, за это собрание, за слышание слов Твоих по толкованию святых отцов. Тебе слава во веки веков. Аминь. Так, маленько присядь я. Так, первоначально меня спросили, сколько, поскольку 1,5 часа. Сейчас я вижу, это много для детей. Сейчас. Максимально сейчас. Они уже за 40 минут не заходят. Во-первых, маленькие, и темы непростые, хоть как. Если бы было так, что прошло 25 минут, и маленький отдых какой-то, даже выше, там, покачались, забежали, там, можно на 5 минут дать, это было бы легче. Тогда можно на час, а так час тоже много. Они уже совершенно не реагируют никак, ты говоришь для себя. Им нужно разбавлять здесь. Ну-ка, Тарасик, встань-ка на ноги, внимательно сфотографируй его. Посмотрите, как он, ну-ка, выйди оттуда, сюда, перед всеми. А вы посмотрите на него, и вот я что скажу, вы проверьте себя. Начнем от положительного. Смотри, как он одетый. Как у него воротничок. И посмотрите, как вы одеты у каждого. Ну-ка. Ну. Даже крестик видать. Это не годится. Не по-христиански. Вот. Совершенно нормально у него есть затянутый. Даже он хорошо у Леонида, но большой воротник. Это первое. Второе. У нас главное это молитва. Мы все время молились. Я каждый день молился днем и ночью, об этом вспоминали. Господи, пошли в Потеряевку добрых жителей. И сегодня я получил приятное известие, но как оно выполнится или нет, не знаю. Был здесь староста деревни Барабаш Игорь Александрович и сказал, Мария, я правильно понял его, что Терентий собирается в Потеряевку. Правильно, да? Кончил он институт строительный, не институт, а этот университет там. И Игорь говорит, ну и все зря, как земля ушла. Я говорю, никак не зря, это на всю жизнь ему сгодится. И для развития, и прочее. У него не ладится, что он бороду бреет. Потеряевки у него будут не урядиться, и ему не задержаться. И все из-за бороды. Пока живет там нормально, в город ехать, сразу начинает сбривать. То есть веры нет. Дружба с миром, вражда против Бога. Так-то он и в механике во всем разбирается. Второе. На будущее, пока еще не закончила, ну там живут они уже, братья, и этот Ося и Алеша, и будто бы роман собирается. Роман собирается даже туда. Так что, ну может как-то это дело расшевелиться. Если они будут так, все они не пьющие ребята, так-то хорошие, могли бы работать. Вы помолитесь, будете дома об этом, чтобы Господь как-то усмотрел, чтобы чужие люди не пробрались. Далее, пришли оттуда записи, как они там зимой пруд приготавливали. Ну, пруд-то там ничего нет, просто яму сделаны. И как мы там делали, что осенью. Я тоже молился об этом, Господи, труд наш, чтобы не пропал. И получилось, что вода набралась,
Думали, мало снега, вода просто бурлит. На следующей неделе я сдаю воскресенье, и на неделе на той поставят это. Будет очень интересно, как они убирали деревья. Там вообще, кажется, один раз пошел, я по голосу понял, что это Елена Анатольевна говорит там. Ее голос как будто, она идет и все разъясняет. А другое деревья пилит, похоже, так мы все думали по голосу, Ангелина, Алешина жена. Работают все, вот как мураши. А кого там деревня-то? Нету там Глушкова, нет Жени Ищука. Игорь Глушков как? А среди работы придет маленький, сразу смылся, никому не сказал. Ну, работник-то никакой. А Женя тот носа не показывает. Но согласился, говорит, пилы тащить, это уже положительно. Хоть что-то есть. Пилы тащить. И как они большие деревья валят, и как на щурки. И щурки эти увозят на снегоходах, как сучки собирают. И как вода-то вытекает из короба, и там остались небольшие деревья, думали, что вода будет бить и маленько силу свою терять. А оказалось, сучки-то поднялись, и как поперли, там загрудило, вода пошла буквально через верх. И они едва-едва там разблокировались это. Вот интересно очень будет смотреть. Так что на следующей неделе вы увидите Потеряевская работа. И дорога сохранилась, и пруды сохранились. Правда, в одном, который лагерем, в котором купаемся, там неприятность была. Вода стала подниматься, где вот, ну, допустим, мы на метр выше ее нарастили. Но оказалось, что там снизу андатор или кто прорыли, но вода-то выше, она, значит, вода ее продавила и пошла посередине, где есть. Где никто никак не ожидал. И никак не подойти. Тут лед толщина там 70 сантиметров. С той стороны деревья, они никак не могут. И, значит, продолбили вот таким шурфом эту плотину, дошли там, где эта нора нашли, и тогда мешками с соломой там чем начали забивать, глиной заваливать. Им трудно было. Сейчас там работают они, наших ребят трое, и Барабаш Александр Александрович, Игорев отец, он хочет оставить по себе память. Он очень работящий, до того активный мужчина, я не знаю, он кажется на год или насколько старше меня. И он решил привезти 50 пирамидальных тополей от саженцев. Ну, я, говорит, привезу бесплатно машину, все. И что, кто ямки копать будут, сказал, 40 на 40. За каждую ямку 20 рублей еще дам. Но я дал указание, значит, деньги не брать, а машину оплатить. И в самый последний момент, и чтобы он благословил, чтобы деревья эти приросли. Будут тополя, если пирамидальные это. И тогда меня люди будут вспоминать. Видишь, как заботится человек. Так что я об этом помолитесь. Это будет большое украшение для Потеряевки. Пирамидали они высокие, а где не разрастаются. Вдоль дамбы? Где их садить? Где садить-то их будут? Садить пока, вот как выходишь из Скворечника на лагерь, именно вот огород их это взять. Это на сухом месте. А сейчас они там сажали ветлину разные, тальники, и прямо вдоль дамб всех, чтобы они приросли и корнями схватили землю. Это уже все пришло, я не мог оторвать. Уже раза два до посмотрел. Вам звонят. Ну все тогда, наверное. Еще можно я скажу кое-что в заключение? Значит, у нас в составе нету многих сейчас людей. Вот у нас нет Лены Сапольских, нету Никиты, нету Устинова, Лизы нету. У нас вот столько еще людей нету. Дроботов Ника. Нету. Да, Ники нету. Вот я перечисляю тех, кто реально у нас был на занятиях. Конечно, занятия подготовлены для более высокого уровня, там от 12 лет у нас. Поэтому вот этих деток мы взяли сегодня так, авансом. Не для них эти занятия. Вот. Меньше часа проводить мы их не будем, занятия. Это как руководитель, я скажу. Меньше часа не будет. Единственное, что если мы устаем, будут делать перерыв, да, потому что столько ехать, собираться и ради 40 минут, какой смысл? Мы можем сделать перерыв. Что может быть перерывом? Мы можем петь песнопение. Игнатий Тихонович, у нас перерывом может быть песнопение, например. Ну как-то сделать так, что видишь, ты смотри маленько на народ. У нас не полный состав, у нас нету Лизы, нету этого... Никиты, у нас для взрослых же. Лена не пришла, Ника вот не пришла. Что? Тяжело. Вот. Поэтому час минимум. Студенты 45 минут. Студенты, взрослые. А мы час разделим на две части. Вот по 30. По 42 минут. Даже, минут. Как раз можно даже по 30. И в общем-то сложности сейчас им по глаза хватит. Вот, по 2.
Печь чтобы они записывали, чтобы были тетради, можно было спросить. Вот так сделать, как на уроке. Ну, тетрадки, да. Как же были тетради, ручки, чтобы они записывали? Вот это, Леонид, школе, это, вы же записываете? Это вот вам и Ксюше. Вы принесли хорошо, тетрадки. Что ты начал так. Тетрадки. Ну, мне так видится. Да, мы, у нас немножко экспериментально, поэтому это. Расскажу еще кратко вам, вот пока не ушли. На эту Пасху мы съездили в очередной раз в дом престарелых в Кытманово. Мы ездим регулярно, уже несколько лет туда. По программе «Старость в радость», там такая есть программа посещения стариков. Но мы с православной программой едем. Ездили у нас Дроботы, Ефросинья, Енафа и Иван. Ездили. Иван исполнял на баяне нам композиции. Сестры нам читали стихи, пели песнопения. Ну, я сказал слово там. Рассказал о воскресении из мертвых. Бабушки приободрились, и все хорошо. Вот. Раньше ездила Маша у нас. Помнишь, ты ездила, да? Маша, Лена ездили. И вот в будущем мы снова планируем ездить по домам престарелых, потому что написано «посетил ли больного», а там очень много больных, нуждающихся в слышании Слова Божия. Поэтому, молодые люди, готовьтесь морально. Если сильно будет у вас желание, мы с вами еще съездим. Проситесь. Это Юля будет планировать эти поездки. Ну все, мы уже помолились. Все, давайте, с Богом. Спасибо, Христос. Вырубай. Книжки давайте. Сейчас расслоится, тогда только выключишь. Если у вас книжки есть дома. Ты сейчас одежду свою повесишь, тогда надо замки повесить везде. Эту я. Давайте. Эту я помогу. Так, это, смотри, книжки закрой вот двумя этими. Угу. Спаси, Христос. Ну, любой возьми. Нормально, не за... Ты знаешь, как я узнаю? Смотри, же это все чистенькие, я из Хорошки. Или нет? А это уже какая-то полосочка, значит, я читаю. Которую ты хотя на соборе там в конце открывал, сделай мне копию и принеси. Подожди. А может быть вот, я понял вас, Игнатий, да. Посмотри, может быть вот это, я у тебя из рук взял. Одна тоже, видать. По-моему, вот, да. Другое? Одна из них. Тоже новая, но уже открытая. Можешь еще одну взять, мне без разницы. Вот, та уши, хороший материал. Ой, ну а как я устроила? Да бери, бери, бери любой. Бери две. Две бери, даже три. На тебе нет, еще. Нет, мне просто у меня сумочка сегодня небольшая. Потом давай. Кому-нибудь дашь. Что ты? Попросили. Видишь? Потом посмотришь. Я не буду складывать. Да, тебе информацию.